Экскурсия и мастер-класс для фотографов-любителей проходили живо. Ловец времени и пространства, исследователь, художник в душе, профессиональный фотограф Юрий Москаленко увлекся фотографией в 11-летнем возрасте. Менялись объективы и фотоаппараты. В помощь творцам появилась компьютерная графика и дизайн. Неизменным осталось желание запечатлеть мгновение. У каждой из представленных на выставке работ своя история. Это снято 9 мая, то есть наш стандартный салют. Единственное, что я всегда учитываю розу ветров, направление ветра, и всегда у меня наготове 2-3-4 точки для того, чтобы ветер не шел на меня, потому что это испортит картинку, не будет резкости, будет смаз, ну, задымление, и художественной картинки не получится. Снимать объекты Юрию Москаленко больше всего нравится с высоты, даже несмотря на дополнительную подготовку. При создании художественных фотографий Юрий учитывает время заката и восхода солнца. Ему удается поймать тот самый единственный миг, а фотографии излучают сияние, например, это с мечетью. Снято между 3 часами ночи и 4 часами утра 22 июня в день летнего солнцестояния, когда солнце между двух минаретов. То есть это единственный, в принципе, день, когда это можно поймать. За этим кадром фотограф охотился 7 лет. То подводила погода, то мишку увозили на реставрацию. Но все же получилось запечатлеть мгновение. Теперь и зрители увидели картину «Запах солнца». Работы Юрия украшают залы нефтеюганских предприятий, кабинеты руководителей, офисы, салоны и квартиры. Город особенно красив сразу после заката, когда наступает синий час. Он не всегда выглядит красиво, но вот здесь именно синий час. Он не всегда час и не всегда синий. Это в какое время? Оно всегда смещается от астрономических свойств планеты. Картина из цикла «Светография. Светящийся город» буквально покорила фотографов-любителей. Почти каждый искал и находил свои окна на сияющем снимке, в котором уместился практически весь Нефтеюганск. Я как бы давно очень хотела прийти на какую-нибудь фотовыставку, но все как-то не было... Ну, не видела я объявлений каких-то, что какие-то фотовыставки проходят. И вот, наконец-то, фотовыставка дождалась, можно так сказать. Хочу, если честно, побольше таких мероприятий. Я очень люблю фотографировать и смотреть фотографии других людей. И хотелось бы почаще такое. Устройство камеры, экспозиция, панорамная съемка. Об этом и многом другом Юрий Москаленко рассказывал просто и доступно, объясняя теорию на примерах своих же фоторабот. А через неделю мастер проведет для желающих практическое занятие на Усть-Балыке. Светлана Леонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».